Спецтехника «Бицимы» – предмет гордости Красногорска и интереса иностранных гостей. С экскурсией на одной из крупнейших производственных площадок округа – посол Абхазии в России Алхаз Барзания. Его пристальное внимание сосредоточено на передовых образцах коммунальных машин, которые производятся в том числе по программе импортозамещения. Это КДМ, вакуумно-уборочные машины, а также технику для уборки городских территорий. Кроме этого, была показана техника, это мусоровозы, самосвальная техника и новая перспективная разработка, маленькая электрическая машина, которая убирает дворовые территории. Мы будем увеличивать парк коммунальной техники на территории Республики Абхазия. Мы расширяемся, плотность населения республики растет, количество отдыхающих, приезжающих к нам как на постоянной основе для того, чтобы жить, и просто с ежедневными визитами, чтобы держать чистым, красивым наши города, нашу республику любимую. По словам гостя, российская специализированная техника – не редкость в Абхазии и хорошо зарекомендовала себя в деле. Но впервые планируется наладить сотрудничество с ассоциацией «Спецавтопром», в состав которой входит «Бицима». В скором времени на предприятии ожидают большую делегацию из республики. В ходе встречи будут обозначены масштабы потенциального партнерства.